Минфин России намерен подать в суд на Украину, если 20 декабря та не исполнит в полном объеме обязательства по долгу в 3 миллиарда долларов. А это может подарить Украине целый букет чудесных событий. Возможно, наступит новое время для Украины, когда станут острыми вопросы долга, банкротства, дефолта, очередных судебных тяжб с Россией, взаимоотношений со своими боссами, ну и, конечно, внутренней напряженности из-за нехватки средств. Правила МВФ предполагают, что дальнейшее кредитование страны, признанное банкротом, невозможно, а за отказом МВФ кредитовать Украину последуют аналогичные отказы всех остальных крупных финансовых институтов мира. Какие последствия сулят Украине суды и насколько реально, что МВФ изменит свои же правила? Об этом рассказал постоянный эксперт накануне ТВ, политолог Сергей Черняховский. Во-первых, долги надо возвращать. Во-вторых, в данном случае руководство киевского режима ведет себя демонстративно нагло. И надо не смягчать ничего, а доводить все дело до конца. Тем более, что отказ Соединенных Штатов быть гарантами является, по сути дела, подтверждением неплатежеспособности Украины. Ей будет сложно не выполнять решение Международного суда. Тем более, это когда она будет официально признана, скажем, не стоит должником, вопрос, как она сможет получить новые займы. Эксперт уверен, что при всей пристрастности европейских судов, все же им будет сложно не признать справедливости иска России к Украине. Более того, непризнание долга Украины поставит Запад в неловкое положение. Запад может подстраховаться и попытаться изменить свои правила для дальнейшего кредитования Украины, но насколько это просто и не навредит ли самому МВФ? Это не так просто, с одной стороны. Вообще пересмотр правил обратной силы поведения должен иметь. А, конечно, это не в лучшем свете будет показывать МВФ. Понимаете, идет борьба. Одни наносят одни удары, другие – другие. В одной среду борьбы война идет. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».